И всем привет! С вами Блюкет. И сегодня мы начнем абсолютно новый аккаунт в Нулс Бравле. Да, это Нулс. Какой нам сделать ник? Допустим. Хотя ладно. Просто вот беру. Делаю такой ник. Сразу настрою все это вот. Иконку я тоже настрою сейчас сразу. Просто вот. Ну или что так-то вот. Поставлю такой цвет такой славы. И настрою эту красоту. Я сейчас. На самом деле тут все. Так, я выберу значок потом. И мы сейчас тут ищем то, что мне нужно. Вот. Президент набрал Старса. И в Нулс я буду все выбивать. И не буду 4 нажимать сразу. Это что? Мне сразу выпал эпик? Боня. Здесь, кстати, в Нулсе пропали монстры яйца. И добавились новые мега-ящики. Особенные. Я вот сейчас что-то ничего не выбил. Не выпало. Но если я нажму сюда, меня просто убьют. Раз. Эпик. Два. Эпик. Три. Рарка. Подписчики, это жесть. Новый редкий боец. Начни разблокировку. Погнали. Еще нам нужно, если вы их так сейчас выглядит. Ой, ну блин, господи, подписчики. Рарка, Нита. Рарка Брок. Рарка Барли. Скин на Була. А, у меня Була уже есть. Нет, то есть. И Супер Рарка Пейни. Сейчас вот появится это. Я же говорю. Погнали, что мне он очень нужен, Рика. Новое, что новое? Я лучше пока сменю, ладно, поехали. А тут в Нулс нельзя сменить бравлера. А, всё. Я ещё и так, типа, знал. Ну ладно, допустим. Что будет, если я сейчас открою 10 стардропов? Это всё очень же. Мифик сразу выпадает. Прям. На нубском аккаунте с мификом выпадают 200 этих жетонов. Уже третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. И мега ящик новый такой. Сразу проходит значочек. И из этого ничего не выпало. Если я открою обычный мега ящик. Тут сразу 6 предметов, сейчас 2, а 1. Ну ладно. Рарка Пока. Рика, выпадем. Я сейчас маленький ящик вот просто-напросто открою. Нет, если тут выпадает 2-3 предмета, то значит все. Это твой мир. Офигеть, сейчас. На нубском аккаунте мне так ничего и не выпадает. Айрил, не понял, что такое? Может, не на простом мегаящике повезет.
Опа, сейчас два будет. Эпик. Я херею, сейчас Лего будет. Ну, отчим это неплохо. Монеток мало у нас. Так что нужно немножко зафармиться. И послушать пока что эти звуки. Приятнейший звук. Я могу прекратить Нулса поддерживать? Ладно, пошли вон. Нет, говорят, чтобы я пошел нахуй, чтобы что я не смогу перестать поддерживать Нулс. Если я сюда просто вот уйду. Куда эти значки гребаные девать? А на пустой пока будут, короче. Потому что... Так, что будет? Здесь просто открываю мегаящик. Омега. Один боец. Ну, тренировка. Че он на Рика, что ли, шансы понизили? Да, у него скинчик уже вышел. И один боец. Мне на мегаящиках больше везет, чем где-либо. Просто вот. Подписчики, господи. Если я новый мегаящик открою. Не... Ну, хотя нет, мне везет только на старых. На классике. Что-то хоть сколько буду открывать, но мне ничего не выпадет. Я мегаящик открою. Мне выпадет, может, один боец. Хороший боец. И всегда ли мне так будут выпадать? На мега-ящике. Причем, не всегда. Это что за хрень? Не всегда так будет выпадать. Вот бойцов, может быть, вообще не будет. Но единственное, что меня сейчас радует, мега-ящики. На которые тоже понизили мне шансы. И все равно. Сейчас просто выпал Карл. Да, Карл, тот, который у Мистер Биста. Кто не смотрел Мистер Биста, посмотрите. Прикольный блогер, топовый, я его люблю. Эмс. Нифиг, реально? Ну, мне на прошлом аккаунте Леон выпал просто. Вот они с одного из первых ящиков мне выпал Леон. Ой, здесь уже сейчас что-то хорошее. Не хорошее. О, господи, люди. Клэнси. Теперь Клэнси я могу сменить, но которая не могу тоже сменить. Я могу, но не могу. Ну, где мы это приобрели? Честно, подписчики, он мне вот жизненно важен. Я сразу как-то левый мне дали спайка. Опа. Здесь подписчики. Я выберу Рика. Выбрать. Сейчас на Ника. Пинные выберут такие. Сейчас спреев нет. Я сейчас выберу просто вот Рика. Я, кстати, потом поиграю в Броубол. Но для Броубола просто вот чисто нужен отчим.
и с платным скином. Я вам покажу, как правильно играть на Эльприма. То есть, как правильно играть в Броубол. И сразу выпадает Эпик. А, это Эпик. А то он же была хроматика, но я уже забыл, кто она. С нее нет ни на основе, ни на соснове. Ну вот, короче, как правильно играть в Броубол. Берем Эльприма. И сначала прокачиваем его на макс левел. Это обязательно. Да пошли в жопу своими гаджетами. Х3. Снаряжение разблокировано. Хотя бы нет такого с гиперзарядами. Но если с звездными силами, то вроде тоже его нет. Что мне сейчас? Лучше промолчу. Вот, нужно прокачать сначала отчима на макс. На всякий случай выбрать это. Купить все снаряжение. Покупаем все снаряжение. Первое выбираем это. Выбираем обязательно эльфу его. Сюда гиперзаряд нам нужен обязательно, конечно. На отчима. А сюда берем силу. И вот. И для каждого события подходит свой скин. Для Броубола нужен вот это. Для Броубола вот этот. Определенно вот этот. Для захвата кристаллов этот. Для ШД вот этот. Для награды за поимку подходит. Для награды за поимку подходит он. Для зачистки вам подойдет он. Какие еще все режимы есть? Нокаут, горячая зона. Для нокаута вам для нокаута вам подойдет он. А для горячей зоны он. Или он. Нет, он. Эль Браун. Вот. И мы еще выбираем такой скинчик на Эля. И погнали в Броубол. Нашел. Халет Мортис и Восьмибитка против Эль Прима, Фрэнка. И Мортис такого же. И Мортис, а помню, разные расцветки. Мне кажется, это сейчас будет, это моя, это, подписчики, честно, это самая легкая катка в моей жизни. Вот просто. Ну что тут говорить? Я пока что значок передвину. Значок туда. Ну сейчас уже потруднее второй раунд. Видно, подумали, что смогут выиграть. Но вы это у них только в мечтах. Там что под гиперзарядом? Нет! Ладно, это не только у них в мечтах. У них реально сейчас получилось. Все равно я сейчас буду просто вот... говорить всю честь свою. Показывать. Буду показывать всю честь, как нужно меня правильно ценить.
Ну все, блин. Я сейчас прыгну на вас. Ты, блин, не передал ему случайно мяч. Все, тебе тоже хрень. Хана. Хана ты. Хреново было. Секундочку, секундочку, секундочку. И просто на изи. Я сейчас просто беру для броубола Фрэнка. Да ладно. Эль Прим. Подведет нам Эль Примыш. Мыш. Мзюка. Эль. Ой, ого. Кстати, а почему Бравли уже делают скины на розу? На розу, что ее просто вот все забыли сейчас в Бравле розу. Вот этих уже бедных бравлеров там розу ту же самую там кого? На 8 бита делают. Роза. Там много кто. На Эдгаре делали недавно. Честно. Вот тут розу, на розу уже. Давно не делали, причем скины очень давно, скины странные. Кто меня замедлял? Хорошо, они в жопу река щитит. Ну все, ты меня задолбал своей этой волыной попорылой. Под гиперзарядом и кит не смог справиться с ним. И с лентой сломаю их перегородку. И, блин, пошел купить шланки. Франкенштейн. Мы никогда, никак и ни за чем, ни за что не дадим им победить. И жопа, еще из всего дракона уделаю. Уделаю его дракона. Пошли в жопу. Пошли в жопу. Посол. Посол ты в жопу. Изображаю малолетку. Как это правильно делается? Посол ты в жопу. Ну ладно. Не буду сейчас сильно ржать. Ну вот, Фрэнка мне нужно сейчас перекупить. Не понял. Сейчас будет дополнительное время. Надо вот просто не дать им забить нам. Это я уж что-то не предусмотрел. Что мне нужно тоже Фрэнка взять. Сейчас, блин, просто вот так. У нас с понижением этого он нас сильней. Зачем мне всех улучшать, когда я могу всех персонажей? All Бравлерс апгрейдед. У меня нет всех бравлеров. Но зато все на максималке, которые у меня есть. Интересно, я просто вот я, например, сейчас прикуплю кого-нибудь бравлера. Какого-нибудь самого там слабого гаса кого-нибудь. Будет ли он у меня интересно на максималке? Будешь ли ты у меня на максималке гнидыш? Нет. Ну ладно, хер он мне нужен. Фрэнк просто по кайфу. Хорошо, добавлю. Я за эти кристаллы. И стану как тот противник, вот ровно просто. Уинкюк сэй секью. Секью, обо секью.
Просто вот молодец, прикольно. Прикольно скинчик он придумал. Просто два фрайенка. У нас вообще одинаковая гамма цветов. Тут два одинаковых персонажа с одинаковыми скинами. И один и другой персонаж с похожим скином. Вы извините, я улучшаюсь с каждым своим... С каждым снятым ХП. Я... Мое качество. Мое качество моей жизни. Ну все, блин, вам хана. За Фрэнка в Броубол играть тоже прекрасно вообще. Салам. Вот ник салам. Салам алейкум. Ну, выиграть нельзя, собственно. Игольная шушка. Опять два таких фрейнка. Писка, вот я просто забыла голову. Чем вы больше снимаете мне ХП, тем становлюсь я сильней. Чем я гиперченж активировал, Ну, у меня одна Мелоди меня остановит. А вот с Мортисом его и остановит. Просто, ну, полный залпас. Ворон. Вот это неприлично. Этого ворона уделаю. Какая это фу. Чё на второй раз я всегда проигрываю? Давайте опять повыбиваем бойцов. Мега ящик. Сколько мне еще будет? 1900 дней. А реально, они пропадут после этого количества дней. Все-таки. Хорошо пропадет. Сразу мифик в копилочку, прикольно. Вообще кайф. А скин на Барли? Позолоченный. Да, я знаю. Кайф, Ева. Сразу викинг пул. У меня на в оригинальном бравле есть такой же, только северный. Оранжевый который. Сразу опять мифик. Господи, что тут происходит? Ладно, я сейчас беру пока что кого-нибудь. А вот если я сейчас просто вот захожу, опять мы выбираем бесконечный супер. Ну, жалко карт собрать. Я сейчас поиграем новый в пейнтбой. С ботами. Прикольная заставочка. Вообще игра прикольная в пейнтбой. Пейнтбой это очень прикольный. Чарли. Все. Что же опыты не доделаны? Я сейчас тебя убью.
Я не просто все долбать. Сейчас активирую гиперзаряд. Блин, где-то сутка, он пленет. Начинаю разламывать. Все, активирую гиперзаряд и начинаю включать по всем, по всему радиусу. Просто, блин. Вот вы меня достали. И все, мой гиперзаряд прошел. Гиперченс прошел. И мы выиграли. Ну и на этом, думаю, я вынужден закончить. Вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. О. Всем пока!